Так, девчонки, куда мы едем? Не слышу. Куда едем? В кафе? Смотрите, какая одежка на собак. Блин, офигенная, так же, как на детей. Всем доброе время суток, с вами снова Ольга. И сегодня я отвечу еще на один ваш часто задаваемый вопрос. Вы знаете, порой мне кажется, что некоторые из вопросов о Корее никогда не потеряют своей актуальности, несмотря на то, что тема оговорена, переговорена, уже затерта до дыр и поставлены все точки над «и» сотни тысяч раз. Я считала, что уже даже не стоит обсуждать данную тему, но, как ни странно, в комментариях нет-нет, да всплывает вопрос о том, а едят ли корейцы собак? Что ж, может, вы и слышали неоднократно об этом уже на просторах интернета или телевидения, но хотели узнать еще и от меня лично. Как бы там ни было, в этом видео я отвечу на ваш вопрос. Для начала считаю саму постановку вопроса, едят ли корейцы собак, не совсем корректной. Это то же самое, что спросить, едят ли русские медведей. Вы, наверное, сейчас удивитесь, но так и да, едят. В Ютубе полно рецептов приготовления медвежатины. Значит ли это, что каждый среднестатистический москвич в любой момент может прийти в обычный московский супермаркет и прикупить себе на ужин Винни-Пуха? Примерно так же дела обстоят с собачатиной в Корее. Мясо собаки не продается в магазинах, и примерно, наверное, 90% населения даже не знает, что в принципе можно есть собачатину. В настоящее время это скорее экзотика, которую можно есть, только будучи отъявленным гурманом. Ресторан с собачатиной довольно сложно найти обычному человеку, ну а немногочисленные фанаты этого блюда, в основном это мужчины старшего возраста, дедульки так называемые, так вот они знают уже все адреса. Как правило, такие рестораны располагаются где-то далеко в горах, и они скрыты от посторонних глаз. Также собачатину можно купить на традиционных рынках. Так откуда все-таки растут ноги у этой традиции? Приготовьтесь, сейчас будет немного исторических фактов. В принципе, при желании вы все это можете найти в интернете. История употребления собачатины в Корее, как и во многих других юго-восточных регионах, насчитывает как минимум 1500 лет. Задумайтесь, представьте себе вообще эту цифру, да? В Китае и того больше. Испокон веков в этом регионе собак выращивали исключительно на убой, исключительно как, ну, в виде пищи. В традиционной медицине китайской считалось, что мясо собаки очень полезно. Но это так, не вдаваясь в подробности. Как вы знаете, китайская цивилизация считается одной из самых древних в мире, и все те ценности, которые Европа пытается ему навязать, его мало колышет. Ели собак, едят и будут есть, несмотря ни на что. Говоря Китай, я имею в виду не только Китай, но и весь близлежащий регион. Честно говоря, я не понимаю, почему именно Корея у всех ассоциируется с употреблением собачатины. В Корее всегда употребляли меньше собачатины, чем в том же Китае. Даже во Вьетнаме собак едят как минимум в 2 раза больше, чем в Корее. Но нет, почему-то у советского человека собачатина ассоциируется исключительно с Кореей. Почему так? Откуда это пошло? Я не знаю. Вы спросите, наверное, пробовала ли я собаку. Да, я пробовала собачатину еще в Казахстане, еще живя там, но в Корее я собаку не пробовала. Как лично я отношусь к употреблению собачатины? Наверное, так же, как и к употреблению других животных людьми. Мне всех одинаково жалко, но отказаться от мяса я не могу. Я пробовала, полгода я была таким, знаете, злостным веганом. Я не ела не только мясо никакое, но и рыбу, и яйца, и молоко не пила, а молочные какие-то продукты. В общем, все, что связано с животной пищей, я ничего не употребляла в течение полугода. Но в итоге я не смогла, я не выдержала. И, в принципе, я мясо очень люблю, несмотря на то, что и животных я как бы люблю. Вот.
Я хочу, чтобы вы поняли одно: выражение «собака – друг человека» берет начало где-то в европейской цивилизации. Также можно сказать, в принципе, про свинью, что она друг человека. Особенно учитывая тот факт, что IQ у свиньи в два раза выше, чем у собаки. Вы думаете, свинья меньше привязывается к хозяину? Расскажите это нашей Тубу. В настоящее время, в 21 веке, корейцы очень любят собак в качестве домашних животных. Относятся к ним как к детям. Индустрия вообще вся для собачек развита в Корее как нигде в мире, наверное. Тут тебе и спа-салоны, и кафе для собак, и магазины. На убой же выращивают специальную породу кормовых собак. Выращивают по той же системе, что и других животных, то есть на фермах. Эти собаки не знают, что такое человек и привязанность к нему. Я надеюсь, мне удалось хоть немного удовлетворить ваш интерес по данному вопросу. Как всегда, призываю вас к тактичности в комментариях. Всех люблю, всем пока!